Надеюсь, он в Дискорде. Тык. Развлечения насчет вас и все тоже. Тоже нужно перед полом глянуть. Фичек делаю. Сейчас я метку поставлю. Не 10 метров, 10 метров умрешь. Сюда. Это касается миликов. РД и хилы просто от своей метки отходят на 5 метров назад. На 3 точнее. Полностью. Шерри логнул. Полезную ауру вместо ретриковской поставь, будь столь любезен. Это не полезная аура, когда в рейде 5 престолов. Инту прокинь по всем. Еще раз. Готов, не ты нажал. Джесси, ты прогрузился? Да. Все, ты там. Поехали. Развлекаться. Дай инту, пожалуйста. Хейт, ты в метку встань, а не между, ни туда, ни сюда. Чать. Я милик, я не могу двигаться. Решло смеяться над инвалидами. Там же печати не было, правильно? Мире. Две было печати справа от босса. И в четвером. От босса было четыре печати. Давайте пока так поправим. Дальше. Раз милики у нас не выживают. Сейчас ветерка надо поднять. Могу бернуть Леофорт или Леофорт. Давай Эрис по Леофорту. Леофорт по ломке. Горис по вару. Переграть. И Максим поднимет летнего духа. Бэров не останется. На имплозии нужно будет просейв. Особенно по ватну. Леофорт, иннер по девочке травы, если можешь.
Гимн дал. Рейму. Быстрее. Еще шаг назад сделай. На костер, вот, который там стоит сзади, вот на него запрыгни, пожалуйста. Печенька, вы стоите. Почему милики побежали, глядь? Тому месту, где метка. Быстрее разверните. Далеко стоит, плохо. Через перифазу поднимите его. Либо сейчас, когда он будет прыгать, чуть-чуть вперед прыгать. Ну, после. Это босс. Босса разверните. Примерно в сторону. Пазл. Мы не увидим восстание, если босс будет стоять так, как он стоит сейчас. Восстание будет в текстуре. Разверни в сторону креста. Пять. Я эти две закрою. Вперед не забегайте, в бок, сейчас кривонет впереди. Анки, вам придется поменяться с дальним. Я попробую поддержать семью. Нет, не выживешь. Третья клеймом не убьет. Крылья дома все-таки. А тут можно было 3 закрыть на одну медвежью жопку. У меня 18 стаков, я пиздец боялся, если честно. Так, отбегающий. У вас стоит человек с клеймом в метке, вы хуярите в метку. Чтобы пошарить клеймо, повезло, что последним кликом просто уебало и не расшарилось. Да, кстати, мы без геры были. Что я забываю говорить? А зачем это надо говорить? Человек еще не знает. По рывку там нужно смотреть просто. Я очень сильно сомневаюсь, что 2 печати закрывало, блядь, 4 человека. Гера на этом боссе дается при переходе его на совершенную метаморфозу всегда. Потому что последняя фаза наиболее проблемная. Ну, она как энкаунтер идет. Потому что если на танках настакается много стаков, закончатся стаки. Ой, закончатся танки. Закончатся танки равно soft and rage, считай. Поэтому переломный бурстовый момент идет вторая фаза. Искусственная берса. Ну, я вообще не ожидал, что я каким-то образом 18 стаков буду переживать, будем честны. Жирок.
Не в ДЦ или в два холика? Ну, в ДЦ лучше. А по поводу, вот, кстати, клейма, три трупа было спасибо тому, что забежали с клеймом. Там волна, и 0,2 секунды тик клейма. Первая или нет, давай по сверту. На ГБ, КД. Сид. У нас особо нет. Насчет клипа прям супер повезло. Там троих людей убило, причем на которые изначально его не шарили. Включая меня. Поэтому и повезло. Потому что вас убило. Они хуйнули на срейд. Там стоит 4 человека, подбегает 5-й с меткой. Значит, еще один допустимый человек в ренджай крейба, его тики. Это один. Вы вдвоем забегаете, уебывает одного. Потом второго следом. И благодаря этому, только благодаря этому, оно не шарится на рейд и не вайпает рейд. Ну, только я не делил клейму, я побегал вместе с рейдом закрывать, и кто-то подошел с клеймом, и в итоге убило трех людей, которого изначально не делили, я про это. Клеймо стояло там, где стоял на светильнике. Клеймо никуда не подбегал. Ну, я не знаю, каким чудом, но когда мы перекрывали это, в трех людей ебануло тиком клейма, посмотри, 3 блядь, и 8. Потому что вы дорожку нахуй сделали, блядь, и повезло, что тех, кто, блядь, дорожку сделал, лок. Ебало клейм. Лок, а ты уверен в этой чарке, кстати? Ты имеешь в виду набег? Я случайно заметил. Прок на... Блядь. Что там у меня? Надо одного моба ставить, да? Надо одного моба ставить, да? Продам сердолики на арку немного. Я видел, как скликнул. Ну ты что-то знаешь и нам не хочешь говорить просто. Еще и фул, блядь, бисовый камень. Молодец. 6 косарей, по-моему. Духан. Аспект выключите, блядь, пожалуйста. Блядь, сори. Спасибо. Либо и Боба на миликах. А нормально клив ловить, блядь? Или, может, за спину станете? Реально, никакой адекватности не хватает, блядь, на вас. Я еще раз повторюсь, то, что когда у вас один человек стоит за меткой печеньки с клеймом, и клеймо тикает по людям, стоящим в печеньке. Миликов там, в принципе, близко даже не должно быть. И не в череп убегали, а убежали к печеньке. Ну, как бы. В сторону. У меня со зрением нормально, я как увижу, где ваши трупы были. И где они были, а чего они умерли, в принципе. Вот, Анка, давай. Либо для тебя сегодня развлечение. Либо ты соло выживешь и захилишься, либо ГП полутаешь. Давай, как тебе такое? Давай, отрабатывай печень. Да ему привычно, я думаю. Чё? Встань, КП, давай, достану. А, он бежал. Это Буреточ сильный, независимый. И в новогодней шапке. Ты снова там агришь и вниз уходишь на ступеньки возле водички, и там ранчишь, там хилишься, и выживешь, ГП получишь. У тебя нет вариантов других. Так, по летунам. Ну, три ханта плюс
О, все, типа, сову туда. Да? Давайте тогда... Давайте прессе с Винстоном и тексте с Эрис. Сейчас меточки поставлю вам. Да, полетите так. Один, по-моему, летает, сколько помню. Второй у нас летает. Вот вроде. Даже криво получилось. Даже слишком близко к нам ставишь, чуть дальше туда. Ну, сейчас. Ну, тут ветерки уже самые ближайшие цепляются. Так. Где-то так. Нет, ты между метки между собой близко ставишь. Подальше думаешь? Да, вроде так сюда ставили. Мне кажется, нет. Можно так поставить немножко, но дальше уже смысла нет. Просто мы тот конец не будем доставать, когда мы обитают. А мы там ходить и не будем. О, танки сначала вводят поближе здесь, и потом к центру заворачивают. Uh-huh. Если не зальют, а залить, по идее, не должен, потому что РТДшники тоже где-нибудь по краям. Давай, Эксти, Серис, Череп пойдут, а Рая двойка в крест тогда. В хиле оставаться? Да, думаю. Лучше будет хил. Их будет хилить. А тебе нравится? Давай череп. Ну все, ты череп, Морти и крест. Ачивка просто уже где достанет, там подхилит плюс рейд. Тотемов нет, поэтому все стараются яды снимать с тебя по возможности. Итак, это ретриков. Да, я могу лепесток поставить. Не поверишь. Выживать можно в соло и без Т6. Да, Паш? На дальней метке на ДК. Паш, ты тут? Да, я выбирал. ДК без, Т6. Выживает? Где? Давай здесь? Он всю жизнь БДК. Здесь стоит. БДК выживает. Ну все. У тебя пива нет вариантов. Рассосались все по кругу. И что, он поднимается чуть-чуть наверх, он подкидывает? Да. Я буду стоять, но не злоупотреблять. Ретрики будем раскидывать бопы. Так что внимательнее слушаем. Готовность. Огонь на ауру, да. Хилы разошлись по кругу, надеюсь. Я слева от себя не вижу хила никакого. Дать ей реваж. На целую половинку. Да, я туда перебегу. Шуфран туда бежит. Все тогда. Ауру тогда вместо огня поставьте, пожалуйста. Ретрик, возьми лучше этот. Третью ауру. Я лед поставлю. Все. Поехали. А тотемы где? Тотемы должны быть под голосом. Угу. Пиво ненадолго поднять, чтобы частицу повесить. Все, можешь спускаться. Если что, поднимешься, если надо. Трэш залили? Быстрее. Так, проговариваю на перифазе. Кидайте. Ломка кидаешь миловидно. Летний дух кидает рогу, после которой я кинул гуннера.
Прокидываем мопа. На полуповторный втанк. Трэш сливаем. Джейси вылетел. Ну, да, с одним хантом полетаем. Макс раньше милики. Всегда ищите спину. Дисплейт не забываем. Отличная дезинтеграция. Дерби, в тебя сейчас поведу после этой погнали. Дикрис, есть тебя встать? Аккуратнее, под лицом не ставить. Вообще не парься, как кто-то стоит. Веди, как тебе удобно вести. О, я отойду. Еще кто-то, у кого есть глаза, тоже отойдут. Я отойду, значит, глаз нет. Сейчас добьем, посмотрим, чья там дезинтеграция. Мобы добейте. Нет, это отдельный. Нет, это особенный. Красивый. Он белый. Он белый, и с тех четырех дается ачивка. Yeah. Статический. Какие-то ачивка. После этого идет смерть чудненькая. Лоб, ачивка. Что по выносу из интеграции? Три трупа, да, три трупа. Кого не забыл вроде.
Это единственная светящаяся чарка, типа, ну, вид чарки на пупу. Ну, это не единственная. С Архимонда поприкольнее. Но это тоже редкое. Ну и науки 5к. Покупать дорого. Она светящаяся. Ну, так а с Архимонда, типа, она не светится. Это пузырьки. А чем мы тут стоим? С Архимонда. На Лара. Скверненный пульс, ты не видел? Иллюзия? Нигде не падала, я не видел. Ну, в коллекции, посмотри, она прикольная достаточно. Джесси вылетел. Ну, мы летим. Око. Что, портал будет, Визонс? Че, по ролу можно, если такой же item level? Можно, но он смог по ролу. Максим, ты с какой стороны стоял? Со стороны креста. О, ты там можешь наблюдать Эршама и мага? И видосики или нет? Сейчас. Эршам был за мною, около креста, туда дальше, к ДКшнику от меня. Ну, друид. Вопрос в моменте. Ой, есть так друид в Керисах Шаман. Вопрос в моменте дезинтеграции, ничего больше. Сейчас загрузится видео. Он записывает, по-моему, через видео последние 10 минут. Если я правильно помню. А где бы камень Сумон стоит около ока? Возле полетки Космоворот называется, там недалеко. Нет, я пока не разбегались. Именно ТФК. Mm. Статически. Что они его схлопнули? Они схлопнули статически к ним вдвоем. Джесси, ну совсем ушел? Не знаю. Ментальной связи нету. Почтовые голуби тоже не прилетали. Тексте, ты к ним, пожалуйста. Да найти бы вас еще, я не вижу вообще реально, где вы. А, во, все, нашел. Блять, он тут в камнях черненький стоит. Все, тыкнул, да? Да, 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 все. Пойдемте в инст. Ники твоих, Паш, я потом массово начислю, чтобы с вас не снимать. Чего еще раз? Говорю, Ники твоих. В шестую патчу я записал. Я массово потом начислю. Ну, как бы вы вдвоем... А тот, кто всех убил, он сам не умирает же, да? Нет, он сам не умирает. Туда это хейт, по идее, был, потому что он как раз между всеми стоял. Ну, вопрос в том, стакали они или нет. Там смысл в чем? Смотри, когда два статических гнева стоят рядом, он очень быстро застакивается и взрывается раньше времени. Я просто дернулся, и тот из двоих, чтобы его вынести. А, нет, второй был на девочке трабл, если... То он вообще в другой стороне был. Там не на девочке был. Там был на ачивке один. Второй на хейте. Че? Подтягиваемся, пьем трэш. Снова. Не, ну хейт, типа, попытался вынести. Он блинканулся даже к краю, но, походу, не успел или что, не знаю. Просто на какой момент? Я сейчас, короче, не знаю, проще в Дискорде показать видео тогда. Да? Потому что статически был на нем и нарушен.
Аршам умер, он нет. Фолос. Когда мы вспомнили о том, что надо дебаф, надо бежать. Смотришь? Назад. Вот. Вот тут кинулся на девочка Трабл, он что убежал влево. Да. И вот дальше они там стоят, и вот умерли. Вот. На чипка стоит, а Хейт начал бежать, бинканулся туда к краю, и он на самом краю, короче, и там и умер. А когда... Конечно. Когда это было, непонятно. Называется, бегаем поздно, значит, двоим. Нормально нас так хлопнуло, я посмотрел у тебя с той стороны. По сотку за каждый. Не было таких моментов, когда статика кидается на два человека рядом, вы разбегаетесь, во-первых, сразу, во-вторых, в разные углы. Ну и стоять, естественно, в катожне надо хилить. Рекаунт говно, кстати. Который не апдейтит под сервис уже пару лет. Но есть старовера. Эти ваши басурманские детейлсы. Не, детла, у нее есть другая проблема. Она очень сильно грузит, ее надо чистить время от времени. Она бывает там до 70-80 метров каждый ходит, ты охреневать начинаешь. Ну, вот у меня сейчас 55 метров, просто кэш одна битва. Где ты это смотришь, сколько конкретно? Наводишь на экран компьютера. Ну, я имею в виду, вот в игре. Оба. Точнее, вдвоем виноваты. А компьютер? Ну, там, где вот, типа, настройки, вот это все, Мишка, понял, на виде. Там внизу, типа, пишет память. Мне в ШП? Я думаю, там можно. Так. Я по дисплею. Че, мне тогда в ДЦ или в холип, раз у нас холип шипа? Смотришь сам уже. Да нет, в целом фиолет. Че лучше будет? Так, танки, я надеюсь, помнят те, кто стоит. Рядом с та же. Пиво первое, и Шилдмейден второй, я третий, начиная четвертым, значит, ДДшник, я диспелю на первой фазе. Потом при перебежке хейт снимает с меня, потом дальше я диспелю после убийства третьего. Все. Ну и все. Что еще у нас, где я? На первой. Полностью. Да, на первый щит танчит. Весь бой, без смен. Ломка. Чего тебе не хватает? Так, вот вам субботная звезда. Точнее, печеньку поставлю. Дэшники вот ваш. С кем бегать? Еще раз. На пол. Ну,
вас начинает. Щилд. У него на полов. Поехали. Напоминаю, РДДшники отвлекают, когда последнюю секунду говорят. До коста. Не раньше. Мелики заранее разбегаются. Пошли. Ладно, свечик здесь. Прошу сливать, собирайте все. Давайте, Вадим. 5, 4, 3, 2, 1. Прочный чачел. Ну, типа, еще ставишь тотем хватки, чтоб могу убивать. Не, бесполезно, он ее не вкачан, берется в шуманности. Но он замедляет, он не рутит, он только в элеме рутит. Ладно, буду знать. Там в талантах довольно глубоко это. Вверх поднимемся, поставишь тотем прилива маны, замки. И 100 гп для падения. У меня Сретрик заблудился, у него какой-то контроль сбился. Усталость последняя. Ярость — это что? Это не интересно, потому что оно умрет раньше. Вообще это сброс агра. Второй слабый. Последняя усталость у тебя. Фирдой. Слабость и усталость — это фир и кик коста. Ярый сброс. А, четвертый дизарум. 5, 4, 3, 2, 1. Четвертый с фиром, да? Yeah. Этот дизарм дает. Пропустите двух первых. Маг за контроль себе. Дайте контроль. Эма. Слабые. У нас один маг, один шаман. Сова без подкидания, я так понимаю. 4, играет. 3, 2,
Не, ну 13 миллионов. Идите нахер, я не буду это солобить. Ну я мага поднял, но там не успели. А тайфун кидается на всех. У Дактира есть тоже, если созвездие. Это крылья духовные. Просто нового тоже кидается, как бы похую в каком спеке. Там все кинулось, там КД был у мага, маг 1 контролил все. Маг 1, и он умер на последнем падении тоже. Да, он умер, я его поднял, и там уже они дошли. Там все, все, что можно было сделано в той ситуации. У совы КД был тайфун, насколько я понял. У шамана не знаю, что там было. Но он, она бы все равно их не зарутала. Она максимум замедлить их могла. В чем здесь рут, Тандер? Тандер тоже только у Элема. Да. Да, это последний талант Элем ветки. А, да, он ждал. Все, ладно, зря наехал. Все, что можно, все дали, Паш. Типа тотем есть, но он замедляет просто в рестере. Он не рутает. Может тогда ачивка в Элема хоть какого, а я в хила вместо нее. Да нет, просто можно разворачиваться и убивать мобов и все. И довольно жирная, это уйдет довольно много времени. Она может спихнуться в Элема ради контроля, типа я в хила вместо нее похилю. ДПС хватит, я думаю. В принципе, от хила не нужен. Ну, могу тогда остаться в ШП. Все равно. Спекайся. Товарищ, не говоришь, что вообще какие контроли у вас есть? Я ебашную лужу кидал, но у нее 2 минуты КД, это тоже еле замедляющая хрень. Да? Типа трапа не стояла, насколько я помню только. Минусы рейда с тремя бесполезными ШП. Одной совой и нулем эльмов. И одним магом. Ну, на маге есть секретная тактика. Ну, это прям совсем секретная, я не буду рассказывать. Пустить в босса и игнорить. Нет. Ебануть себе контроль билд простовый. Через стылу и так далее и тому подобное, через осколки, в принципе, ну, 90% контроль идет от соло мага. Давай пока Вальма. Ничего, ставится глиф на Викурс. Ну и, в принципе, маг выполняет работу, блядь, половина рейда. Один. Ну, это сложно, и мы его нахуй. Это наши все рассчитывают на то, что мы просто изверганем Алара. Не оставаться в ШП. И пойдем. На связь. Да. Я думаю, Морти сильный. С ДЦ напал. Ульдум. Горис, чего у тебя? Докиньте. Все хорошо. Я вижу, что тебе уже хорошо. Поехали. Вы в кучу встаньте, в метку прям, ЖДТ. Не рассасывайтесь. Макс, для тебя персонально.
4, 3, 2, 1. Контролем. Во-первых, могут зайти. Пять диспел. Успеем провести? Да. Бедный Пет умер. Снова встреча. Четвертый, да, отворачиваемся. Третью. Стопнулись. Two, one. На каком фир? Третьем. Давайте контроль, пожалуйста, на это все одновременно. Five, four, three, стоим. Two, one. Ушли. Крик. Три вагона. Гиру нажмите. Крик. Five, four, three, two, one. Им. Контроль дайте. Много надо будет после. А все уже. Резать все равно надо. Бессмысленно. Ну почему? Сейчас при контроле там. Это маны не будет сейчас. Здесь только энергию закинуть. Five, four, three, метка. Two, one. Поздно мили. Купол ставь. Ладно, успеем. Купол мертв, как идиот. Че умираем на падении? Не знаю, я от своего аутизма не более. Зато честно. Ну реально, я просто спасал, поймал, не увидел вообще падения. Смотрю, ой, блять, поздно. Что нам, кстати, с девочкой траблом делать, потому что у нас идеально одинаковый проект. Пару. Ну, пора упилыш. Юху! Ну,
Девочки, следующая печенька достанется. Скоро триггериться на друидов начну. Да все, у меня уже больше не надо печеньки, это последнее было. Больше я ни у кого ничего не заберу. Не волнуйся. Сама КП накинешь трупом. Пролисталось. Ну там патчи выкатили. Стало хуже и больнее. Да. А третий. Ну а кама все еще нихера нормально не диспелится и прочее. Не контролится и хуй в жопу всем вставляет. Не, зато Акама, блин, престы диспелят нормально, это почему на шамане ты тыкаешь и посрать, то что у тебя диспелится, и проклятие, и болезнь, оно не работает. Причем что талантовским, что обычным диспелом, ему просто насрать на это. Значит, что, правильно? Дезурот говноед, все. Правильно, да. А вы ему было заносите на тринке? Вот так. Значит, правильно, там чел с никнеймом написал, да, себе ник? Аж ты никому КП не стал, да, за этот трай? Дезурод? Нет, со смерти я тебе говорю, накинешь, я пошел перезаходить. Ага. Ушел легендой, да? Поехали, раз, смерть. Поехали, где такая смерть? Чтобы не умирать от падения, совет, ориентироваться на фокус. Боссов фокус и казбар фокуса посреди экрана. В принципе, ДБМ не нужен. На аваре нужно две вещи, таргет и фокус. У нас завтра будет у льда? Мы можем сейчас пойти. Потому что завтра БТ, поэтому надо максимально закрыть сегодня. Если там ничего не поменялось, то... Все, РЛ говорит, пошли. Так. Ну, пошли, крутите в льду. Ну, пойдемте, да, пока не разошлись. Пару минут идут. Да. Есть кто там уже, чтобы сумануть их? Я сейчас там буду. Угу, у нас три танка самая проблема. У кого аспекты ты? Куда бедный? Ну, у меня в теории. Так, сейчас. Ну, сама остальное. Джесси так и не пришел. Он написал, что у него свет рубануло. Ну, он пивас с Мэдином потанчит. На ком я ходил в ульту, ты не помнишь? Ну так. А, инфо посмотреть. О, куда я выйду? Сложно. Табуреты чё, минус они? А, нет, я не выходил спать. Нет, Пашка не выходил. Я в хило. Да, на кресте нету КД, можешь обратно кидать. Блять, нахуя я с ульдой лечу тогда? Домой? А у Гуннера нет КД? На льду? Есть. Ну все, он может спать тогда. Если есть. Гуннеру пора заводить еще одного прудовара. Да зачем кто-то? Нам ДД нужны. Айхурик Айлером, так. Табурет, ты же знаешь, кто вернулся в игру? Сегодня принял. Помнишь Лилечку? Дениса. Ага. А, ДКшника, да? Не-не-не. Ну, у него и ДК был, но у него и приз был, Холик. А, ну да, припомню. Да-да-да, вспомнил. Ну, он сегодня принял. Тася, пока вернется уже. Что, с ума сошел, что ли? Если Тася вернется, у нас опять будут пулиться все боссы. Без присутствия танка.
кнопочку и запускайте. Вы меня зачем сумоните? Я же у меня КД. Ну так плевай с пати. Вот они тебя и сумонят. Тебя сумонят, а мне пати не могут кинуть. Наверное, потому что ты не заслужил. Нифиг плевать. Вот это тебя систа накинуть. Я тогда пойду этих токсичных пакетов плевать и ковыряться в лужице с отходами. Ну, неправда. Фига покину. За то, что отлыниваешь от коллективной ответственности. Меня там ждет лосик, медведик, все дела. Подождет. Я отойду на 5 минут приблизительно. И? Ну, кто на первом боссе не будет, там, ну, минус босс. Все просто. Я после первого отойду на 3 минуты. И на меня вкашем. Пока чистите кофе, вернуться. Вы можете их здесь не замедлять, пожалуйста. Ты мог хейт просто отбежать к той же стенке, к примеру, где народу нет. Пошли анонс падения. Я понимаю, но ты не можешь контролить и отбежать от коста? От лужа? Ну? И... Ну, такой вариант не предусмотрен. Миловидная, не замедляй их здесь, их надо привести к машинам, разжечь там лужи и быстро их убить. Паш, такой вопрос. Тика галактика. Паш, ты тут? Я пошел. Миша, за кофе пошел. Ну ладно. Еще кого-то приняли? А, Скорпидов кого-то приглашает. И кто это, что это? И в какой статик? Не знаю, у кого приняли. Ну, вот этот вот. А, Лукард? Ну, не знаю, пока он поменял все-таки. Сейчас гляну. Ну, больше похоже на первый, 200 на 6. А если он в ПВП одет сейчас? Тогда фиг его знает. Certain here. Certain. Посаживаемся к машинам. Навка. А можете суманить, пожалуйста? Нужны пассажиры в этой разрушителе. Да, сейчас надо суманить сначала еще. Ну, пишет, что на первый. Паша. Ну, хорошо, значит, на первый. Сейчас. Понятно, почему ничего не прописано. Бегу. Ну, наверное, потому что только приняли.
Ну, скажи, да, кинул, умирает, все. Так что обрабатывай. Шкаф ставили? Или лок в каунус? Сейчас, сейчас, ты пошла. Сейчас отходи. Вон, крепкий шкаф поставь. Ассист по шкафу. Летний дух. Зачем ты бегаешь вокруг? Блять, что если с машины и тыкните шкаф? Кто-нибудь. Шафран тут? Ну, я тоже еще. Ну, я не знаю, что-то надолго. Ну, Шилд сказал, что не будет его. И Рамбосе можно не сумонить. Да, я тут, тут. Тыкните. Я тоже чай хочу. У вас было время. Еще раз тык. Винстон тут? Еще раз. Рычаг. На готовность. Рассаживаемся по машинам. Нужен пассажир, разрушитель. Да, я к тебе прыгну. Понимаем, машина. У нас тут Винстон. А все, Орис, все. Играл в игру, где на стульчик надо сесть, успеть, когда музыка заканчивается. Блять, я в первом пати. Лужу развейте. Тварь, блять. А все, Орис. Все. А все. Еще раз на готовность. На мотоциклах разлейте под боссом лужу. Все. Ну, не рядом. Прям в него можешь чуть не заехать во фрейм и тыкнуть эту лужу. Он под козырек, ему разворачиваешься и прям туда нарваешь. Так, о, он же не в ХМ-ке. Ну, все равно, пускай учится. Не отменяй это уж. Опять было. Мимо. Поехали. Вот сюда наспеваем активно. Я пассажир бракованный. Ладно, нормально. Отказ защитных протоколов. Двоевая единица Левиафан завершает свою работу. Отошел 3 минуты. Контроль падения давал. Я и хотела спросить. Нам точно нужны боковые. Ух ты, там же. Железное сердце, ты чё? Железное сердце, да. Сердце. И пояс. Танк, и пояс. Пояс. Тот самый бесполезный дроп, который падает каждое КД в первую. Угу.
А здесь ШС Фрей упал один раз. В самом начале, по-моему, на первом или на втором. Нам на этом КД или на прошлом сразу два пояса выпало? На этом КД. А, на этом, да. Оля. Где танки? Не знаю, где-то. Уже лично спекнутый. Шелдмейден пробежал тоже. Ну, точнее, его сманать надо будет. А что рассказывать? Можешь, короче, смиренную поймать в Лоране, она тебя покидает в обмен свеженькую, пахнущую шею. А, пояс у нее давно есть, мы его, по-моему, выкинули последний. И... Да, я продал. Триню. А Триню я не помню, в кого отдали. В общем, грустная история. Угу. Для танков, у которых не падает. Сердце я отдала смиренно, по-моему, или кому, не помню уже. Смиренная шея забрала, а Триню? Я уже знаю. Я никому, кому я отдала уже, честно говоря. Вообще, как бы на ДК лучше шею, за песок. Угу. Ну, в принципе, единственный танк, которому от шеи подходит за песок. Кого суман-то? Удмейдена. Продать одно яичко, одну почку. Пить песок. Все нормально. Так. Бля. Вопрос на засыпку нам. Давайте Пашину продадим. Он сказал, что у него большие. Нет, мои и не продаются. Я слишком стар для этого. Ну, почка все еще дороже. Донорские, бля. Кстати, насчет маски и КП еще все еще актуально. На всякий случай предупреждаю.